Ты что, голая, что ли, господи, боже? Кар-кар, замечательные и прекрасные. Надеюсь, что вы уже поставили лайк, пожалуйста, это сделайте это прямо сейчас, подпишитесь на канал, если вы тут впервые. И сегодня просто что-то невероятное. На самом деле... Сейчас все поймете. Если в мюзикале еще плюс-минус, можно найти что-то нормальное, в Квай там вообще фактически ничего нормального нет. Мне посоветовали еще одно приложение. Я молю Бога, что настанет тот день, когда этих приложений будет вставать все меньше и меньше, но что мы имеем сейчас, так это то, что их просто увеличивается с каждым днем просто в геометрической прогрессии. Просто вот... Есть еще одно приложение, оно называется Like. И там, и в этом приложении контента, которому действительно можно поставить лайк, еще меньше. Все нормально, ребята. Это я просто лайк снимаю. Окей, what the fuck? Это что это? Что это? Я могу тебе сережки. Хорошее первое впечатление, кстати. Я могу тебе жалко на меня деньги, получается. Оля, их нету. Че? Ну можно ж найти. Их нету. Ну можно ж найти. Че? Переделывать дом 2, мать его. Дом 2, он еще живой. Дом 2 еще живой, охренеть просто. Он переживет моих детей, если они когда-нибудь будут. Ну же, девочка, не плачь. Эффекты. Ты что, голая, что ли, господи, боже мой? Не-не-не-не-не-не, стопа, я этого не видел. Я в своей жизни никогда не смотрел детское порно. Не говорите мне, пожалуйста, что только что я это сделал. У этих людей есть подписчики в приложении Like. А мне нужны подписчики в приложении Инстаграм. Есть такое приложение, набирает популярность. Подпишитесь на мой Инстаграм, там много разного интересного. Это парень? Это парень. Попробуйте! Как вкусно! А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа! Теперь он будет вам сниться. Если вы на диете, то представляете, что вы открываете холодильник, а там... Нет, маленькая жирная жопа! О! Как вы понимаете, это среднестатистическое лицо человека, который снимает видосики в Like. Ну или такое. Я такая пизда, тебя поверь. Ваш ютубер устал, испортился, ему нужно на покой. Зачем вы это делаете? Зачем? Окей, это хорошие эффекты, это хорошие. Меня обманули опять эти все ваши фильтры вот эти настоящие. Это знаете, не верьте политикам, уходу Марьяны Ро с Ютуба и фильтрам в Снэпчате и других приложениях. Я ду... Трансформер, тупо трансформируемся. Руки, папа, голова, пап, телепорт. Ни хрена себе, она может телепорт. Какого хрена она может телепорт? Я не могу, капец. Зависть, зависть. А, так тут доход есть. Ребята, я вот как-то пересмотрел свое отношение к этому приложению. Мне кажется, оно самое лучшее для того, чтобы постить разные... креативные, талантливые ролики, поэтому я начинаю снимать ролики в этом приложении и ни в каком больше другом. Да нет, не буду я там ничего снимать. На данный момент. Ой, ну понятно, все теперь понятно, что там все снимают. Ага, ну ладно. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, за то, что вы тут были. Всем удачи в личной жизни, хорошего настроения. Много там хорошего всего, да. Спасибо. Все скоро. Пока.